Благослови меня, отче, я сильно согрешил, очень сильно. Не, я не шучу, я большой грешник, да. Третий выстрел, это будет старт. Вот сумма выигрыша 1 миллион, ребята. Сумма выигрыша 1 миллион. Ты он все готовил? Да. Сейчас поедем! Ну, почти доехали. Сейчас я трупу посчитаю, не двигайтесь. Кто первый, блядь? За оранжевого, кто на оранжевой тачке? Точно уже спросить, что тут да как. Блядь. Ну куда едешь, козёл, блядь? Ты мне деньги, сука, платить будешь? А я с... Я поехал. Six million ways to die. Choose one. Что такое? А, все. Сейчас протестируем. Работать. Ой, что-то чёрт. Что-то я глушитель потерял, кажется. Если вы мне штраф сейчас не дадите, я попробую сейчас проехать на 100 километрах, ну, перевернусь, нет. А вы не боитесь погибнуть? Ну, у меня каркас безопасности стоит, машина вообще не сплющит. У меня полностью машина оборудована. Хотите пролететь здесь? Ну, 100 километров, да. Если перевернусь. Не разрешайте. А если вы угробите сотрудников? Не-не-не, ну вы отойдите, я на всякий случай. Даже не знаю, как с вами быть, какие-то у вас странные... Не, ну проверить, вдруг они, ну, всех убивать будут, вы понимаете? Так, вдруг... нам надо медик тогда здесь на дежурство. Есть медик? Да-да-да. Так, медик, послушай, нам помощь ваша нужна? Испытание... А до скольких? До 200? Ну, на максимальный? Лежачих. Сколько сможете? Я на самом деле на подлете подумал, вы тут в крестики-нулики играете. Не, мы проверяем тут работу новых лежачих полицейских. Добрый. Как назвать? Ага. О, кстати, пойдемте этот эксперимент проведем. Просто пацан расплющил. Его каркас поехали, не спас. Поехали. Чё он там говорит?
Мать твою! Я второй раз взорвалась. Нет, просто там двигатель мощный V12 стоял. Это у вас больше двигателя V12. Блядь! Минус 400 тысяч. За последние деньги машину купил. Да стань уходи, как хочу. Бля, я еще не страховала ее здесь. Так, гражданин, претензий нет к полиции у вас? А? Претензий к нам нет никаких, все по обоюдному договору было. Претензий нет, машину жалко. А у вас нет это огнетушитель там потушить, они? Огнетушитель, это вон пожарная. Я, у нас мясо есть же было. Где пожарка-то? Посмотри, потушил. Бля! Попытка номер два, как говорится. Каргарэш Боинг 747. Достать его стоит 70 тысяч. Охренеть, конечно. Ёб твою... Куда он полетел без меня-то? Эй! Чё за фигня? Это пранк, бро. Выходи. Дэнька, точно, Дэнька, просто Дэнька, Дэнька. А ну стояли, блядь, застрелю сейчас нахуй, ну не бегай. Да я вас сейчас всех не ебать вас нахуя, слышишь? Думать, купили стволы, крутые самые. Так, а за шо, не стреляй. Все, баба положена. О! Че вы делаете? Вообще нормальные? Ты нормальная? Нет, тебе, блядь, 16 человек говорят, выходи из машины, ты уезжаешь, блядь, тебя спускают все колеса. Тебе спускают, блядь, все колеса, говорят, остановись, подними руки, ты бегаешь, как ебанулся. Ты думаешь, это пранк, сука? Ты думаешь, это пранк, блядь? Эй, хуилы, блядь. Бля, открой, пожалуйста, это. Открой, пожалуйста, это автомобиль свой. Нет, покушай. Эй, хуесосы ебаные, сука, взорветесь нахуй, блядь. Пикируй, смотри вниз. Ты их уже взорвал. Своим криком, блядь. Ну вот, я же предупреждал. Маклс, fearless, absolutely fearless. Пранда, he's climbing to the top to put the penalty checkers on Angle. And Angle, no! The Angle slam off the top! Пиздили. На участок стоит пристегнуться. Да, пристегнуться. Сейчас будет жопа. Ага, давай. Пристегнитесь. Дельбияно, пристегьяно. Не без пристежек. Зря. Таня, нет. Ну что, ребятки? Ой, какой мудак, какой мудак. Тебе блять. Все, рейди. Вот он жив. У них машина не закрытая. Как только они заезжают на часы, подкрывают на руки, как заливались из него. Вот я сейчас и хочу. Да никак, давай будем так, быстрее, нет, быстро ко мне, быстро. Блядь, тихо. Ко мне, блядь, все идите. Блядь, эксплозив, заткнись, я сказал эксплозив, блядь. Прыгай в машину ко мне. Сядь, идите сюда, быстрее. Погнали, они вплотную к воротам подъехали, мы сможем через их тачку. Блядь, идите сюда, сейчас мы другое намутим, идите сюда. Да нафиг другое намучил. Блэк, подойди сюда, пожалуйста. Чё ты хочешь намутить? Подожди. Града, чё ты хочешь сделать? Блядь, всё, иди садись в машину. В какую машину? Где ты находишься? Я не знаю, куда ты хотел, блядь, иди туда. И что? Давайте в машину тут лежечко. Выйди с водителя. Ну, выходи с хайдовая, топовая, подожди. Садись, сядь в машину. Чё? Вон, давайте. Из-за руля, блядь, выйди. Ребят, давайте быстрее. Вышел. Сядь, ты за пассажир сел? Я на пассажире сел. Садитесь в машину, ребят, блин, там забает нахуй. Ребят, вы кто за забором? Вызовите копов, скажите, что у них на территории машина посторонняя. Сейчас.
А вы что будете здесь делать? А, типа, чтобы они открыли ворота и не вышли. Чтобы они открыли ворота, а мы да. Да, вы это сделали. А зачем это? Зачем? Да, да, да. Типа, чтобы вас выпустили. Он когда ворота. Да, вы резко просто вперед, он когда ворота откроет, да. Да, 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 да. Ребят, там, блядь, тут стоит медик, он прекрасно все видит, что вы делаете. Да, видно спокойно немножко. Ну у тебя шляпа, мексиканская, впереди прям палец жестко. Да не, это четко видно, что там кто-то. Да, это коп. Рюкзак у вас шляпу снимите, в рюкзак. Это нашу? Да обычный. ЦХ 49. Ребят, садитесь ко мне в машину. Блин, не пацаны, давайте мы, блядь, вертолетом, блядь, подцепим маршрутку, блядь, к машинам, блядь, и сберем вас, блядь. Давай, если можешь, давай. Да, давай. О, кстати, давай, сейчас подцеплю подвеску машину. Цеплять или кого? Блядь, подъехали еще маленький. Блин, хз, давай лучше копа выглядим. Машина пинтовская подъехала. Тихо. Подъехали, блядь, тихо. Блядь, они видят, нет? Как только открывается, сразу газ. Стой на месте, сейчас открывают ворота. Тихо. Подожди, нет, они должны иначе. Да, они сейчас будут открывать. Тихо. Так, тогда подожди. Пацаны, блядь. И тихо, поехали. Нет. Газ. Это арма! Танк в пути. Блять. Ася, фу, сэ. Сука, не сделай, кто не сказал. Так, я тебе отвечаю, ты еще будешь крыс меня, я тебя отъебашу, Ася, блядь. Уходит, блядь! Ася, фу! Ты сказал! Блядь, мне больно! Сука, ты меня сейчас, сука, все яйца отгрызешь. Блядь, хватит, Ася, гребаный рот. Пожалуйста. Фу, сука, Ася, блядь. А, блядь, получилось, сука, чей язык сейчас оторву. Ах ты, сука, такая, блядь, малая. Все, хватит, блядь. Ты сейчас как гавкнул, блядь. Хватит! Вася, ты пиху ручишь? Ты сейчас сейчас грыпну, блядь. Такая сука, блядь. What the fuck? Стоять. Черный Митсубиси. Владелец Семена, тот так, который говорил, останавливаем. Стакан, да хватит совокупляться с сиденьем. Нашу метку. Как приняли? У меня стакан, а в сиденье совокупляется на заднем сиденье машины. Что мне делать? Ну давай, блок, в нашу сторону выдвигайся. У него что-то лает. Сука! Блок, тебе приказ отдали, что вы делаете? Сука,
У меня больной сзади. Хрэйда, открой, пожалуйста, ворота. Ладно, тогда мы сами. Так, я тут. Что было интересненько? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец машины ее упал. Отец где-то вылетел с машины вниз. Я без колес. Я за Егором, слышишь? Один где-то вылетел мертвый. Я видел его. А это Blackstone. Это арма! Я же новый, как? Блэк на КВ? Нет. Блэк на КВ. Вы копы? Ничего связано, устроим охоту. Я спросить хочу, блин. Он садится. Он не садится. Мы сейчас въебнемся, я тебя отвечу. Вы меня слышите? Походу нет. Нет, не слышат. Все это очень плохо кончится. По-моему. Для него? Да, у нас. Подожди. Там снизу от нас хомяк. Нас сейчас просто расстреляют. А мы не преследуем никого. Мы даже не кидали табличку. О, курва. Ну чё делать? Чё? Пока. Ты тупоёб. Он б***ца добери. Смотри, мы тебе даем пистолет. Ну, поинтересно, давай. Да, твоя задача. Мы сейчас прокатимся, посмотрим, где люди есть. То ли на меди, то ли на яблоках. Тебе надо будет, чтобы все, кто на том участке, легли на пол, лицом в землю. И после этого ты спокойно садишься и уезжаешь. Просто, чтобы легли все на пол, лицом в землю. Да, но учти, это их тут четверо, пятеро. Блин, да тут я не получу, да, четверо, наверное. Четверо. Он далеко тут. Мы хотим человека три. Давай, четверо, которые вот рядом к тебе ближе всего. Брат, закричи. Все быстро, упал, на пол, быстро. На пол никто не бежит, упали быстро, второй упал. Я сейчас стрелять буду, упал быстро, все упали. Оружие достанешь, убью, быстро. Упал, второй, третий упал, на пол, второй, последний. Все, ладно, хорош, пацаны, всем пока. Да. Блин, это легко было как-то. Ну да. Зачет. Пластик, совет тебе поторопи. Да я уже лечу, как не могу. Сейчас я тебя пропущу. Много их вообще?
Да, очень их прям пучат. Они сейчас читаем, блядь, отвечу. Они в сторонку, они, блядь, вообще стоят. Точная метка, 3 единицы. Высадилась пехота. 2 человека минимум. Ебать, на нем, блядь. Маска какая-то вроде. А, нет, на горе вижу, типа. Нуки, сзади тебя гора, понял, да? Черт, попали. Я начертил. А, левее даже? Да-да-да, он бегает по горе, прям бегает. Terrain, terrain, pull up, pull up. Чекает гору один пока вроде. У меня проблема, у меня выбили двигатель. Пойду на посадку. Еще, ну-ка по одному. Блэкстоун делает посадку, короче. Двое, там на горе двое. Еще обрисовал. Три, я большу на себя, вы работаете. Бегу. Еще один, еще один самый. Вот в белом, ты в белом? Нет, в белом еще выше, чуть-чуть правее бери. Я по нему только что работал. На камнях. Так, Лоренц, я пока никого не вижу. Вот во всем этом кругу есть враг, примерно на самой вершине. Да, он там на камнях был. Я что-то не понял, сколько там участников осталось на самом деле. Там... Че, едем вниз? Все, разгон, бери. Не, рано. Я за ее проезжал. Да, я тупо выиграл, но это забей. Я вижу, да. Хочет, чтобы я через него перепрыгнул, видимо. Так, ну я пока нормально иду на Суве. Ёпта, что вы делаете? О, вижу, летишь к победе. Нет! Ёпта! Тормози сразу. Она, по-моему, не сильно прочная. Есть кто на частоте? Есть. А, по нам стрельба, по-моему, сатиры по одну пулю выпустили. Да. Дай ключики. Вон машина перевернулась слева. Ключи, да? Люди бегают. Пока не могу, мне заныкаться надо. Ну так пойдем поговорим, блин, с ними. Ну они стреляли вообще. Ну хочешь, иди переговорщик. Давай, выходи, иди говори. Иди, говори что-то. Я сейчас разрулюсь. Переговорщик. Так, он взламывает, Блэк, внимательно. Так, пока к нам никто не подъезжает. Не надо. Это два лотовца. Руки, блядь, суки, подняли, блядь! А это что было? Это не гранат или? Блять, Блэк переговорщик. Блэк куда-то перевернул, дебил, блять. Там что-то пошло не так. Говорит Москва.
Работают все радиостанции Советского Союза. Выведен на орбиту космический корабль «Восток» с человеком на борту. Это арма! Благо, если это синдикат, то лучше не надо, слышишь? Понятно, кто это, вряд ли. Я сравняюсь. Давай. Так и называется. Так, пацаны, все нормально, они просто катаются, патрулируют, точка наша. Говорят, мы можем держать. Они оставили людей на точке. Синдикат, Блэкер, синдикат. Так, сейчас вас на тиру. Да блин, от меня, сука, не трогают. Там синдикат, матери. Блять, ну ты... ты хипанул? Ты... Да-да-да-да-да-да! Что? Какого хера? Ну, блядь! Мы столкнулись с мини-купером, блядь! Что это вообще? Как это мы работает? Мы столкнулись с мини-купером и перевернулись! И купер вот он, вот он, вот он! Сейчас я его перееду нахер! Тут их до хера! Блядь! И, блядь, не надо их переезжать! Нахуя ты его переехал? Чувак! Я не понимаю эту игру, это... Пройдемте, вперед меня, писатель, идите в мой кабинет. Писатель, нет, самый... Пройдемте, вперед меня проходите, товарищ Crazy Blackstone. Кадет Стаканов. Во-первых, Стаханов, во-первых, Стаханов. Стаханов, блядь, кадет, блядь. Шеф Российского департамента. Заходите. Ой, нихера себе. Стоять. Сюда отдал. Мне это как раз нужно сейчас. 5 минут буря. Что мне делать? Я могу там окна вижу чувака. Я могу полицейского, могу расстрелять. Пройдемся. Взял, отпустил меня быстро. Ну рассказывай. Денчик, ко мне. Быстрее, Денчик. Ну, я так понял, вы хотите. Что там у вас происходит? Что мне делать? Я не знаю, что ты вообще за что арестовали. Оператор слежка, я вижу. У меня паника. Ну, я вижу ждите последствий. Последствия. Я вижу Мирзо. Да. А что у вас там происходит? Я слежу за ними. Я сломал. Как-то вы неудачно берете фидак. Да пошел ты. Да. Ты пошел. Был кадетом и остался кадетом. Садись. Подойдите к КПЗ. Допросная здесь, пацаны. Допросная. Как он так делает? Отойдите от стула, пацаны. Вот, допросите короля. Да что его допрашивать-то? С переводчиком. Да, können Sie den da ein bisschen befragen, dass wir so ein bisschen sehen, wie es geht? Ich übersetze dann alles. Сейчас я запрошу. Как тебя зовут? Я, я. Стон. My name is Jeff of Hell. Das ist jetzt für mich der Herr Müller. Herr Müller, okay. Der Name der Müller, der Herr Müller, der Herr Müller wurde jetzt einfach festgenommen wegen... Так, тебя поймали, потому что у тебя было оружие. No, no, it's not me.
Сказал. Слушай просто. Вы вас поймали, потому что у вас было нелегальное оружие при себе, он говорит. Ты говори, я буду переводить. Это не я, скажи, это не я. А это другой. Знак для вас, значит. Это другой. Wir hatten auf der Langwaffe ihre Fingerabdrücke entdeckt und auch die Kugeln passen zu ihrer Waffe bei dem Mord. Так, проблема в том, то, что полиция нашла ваши отпечатки пальцев на оружие, и патроны подходят к оружию. Скажи, спроси моб, что вы мне шьете? Это не мое. Потенциальный франшайз, ответственность. Tut mir leid, aber auch wenn sie so ausfallen werden, die Waffe gehört ihnen und sie sind hiermit immer noch festgenommen. Und так, простите. Wenn sie... Ja, sag ruhig. Sagte weiter. Und wenn er so unkooperativ ist, kann seine Strafe vollstreckt werden, und wenn er kooperativ ist, nicht. Так, значит, простите, но все доказательства говорят против вас, и полицейский департамент уверен на 100% в том, что вы виновны в данном деянии. И если вы не будете помогать полицейскому департаменту в следствии, то это скажется плохо для вас. Дядя, это пиздёж, я ничего не брал. Я не знаю, как это перевести. Also, sagt, das ist eine Lüge ist und hat nicht gesagt. Hat nur dein Wort gesagt, was ich nicht wusste, wie man es übersetzt, weil es gibt nur in Russisch. Ja, ja. Ja, okay, danke schön. Все, давай, давай. Weiter. Топчик. А как встать? Да, идем weiter. Продолжаем. А как встать? Все, давай сиди, пошли отсюда. А как встать, алло? Скрой мозг. Скроль, колесиком. А, нихуя. Окей, danke. Спасибо. Danke, Scholl. Пять. Спасибо, ребят. Ага, вы уже звоните, это абоненту, да? Я понял. Алло. Я подарок твой забери, блядь. Слышь, бля, хат, блядь, сволочи, блядь. Бля, опять маску одел, блядь. Сука, пидорос. Бля, он так заебал, ебать, он троллит, сука. Не, ну чувак, он просто адекватный, блядь. Ага, ебать, я говорю, дурачок, пиздец. Слушай, а смысл, я сейчас еду за этой тачкой? Если я ее перебить даже не смогу, мусоров-то нет. Как я ее перебью? Какой смысл я еду к ней? Вопрос. Почему я сразу не догадался об этом? Я просто не могу понять, зачем я еду за ней? Я ее не перебью. Все равно. Ты знаешь, еще так... Он так еще это... Да пошел ты нахуй, Блэк, блядь. Пидорас, нахуй. Медлительный. Наша компания официально заявляет, что вы самый медлительный житель этого острова. Пошел нахуй. Медлительный, блядь. Смотрим, он там за фана. Да конечно, блядь. Оружие готовь, нахуй. Я сейчас его буду убивать. Можно я его лично взять, поговорить с ним? Нет, нахуй. Нельзя, блядь. Ну ладно, твоя тетя тоже сижу. Ой, тут буквально сколько? Два километра осталось. Все, Саш, ну все, дома. Ну все, приехали, да, Сань? Там дом, кстати, вот конкретно на этих координатах там дом стоит. Мне кажется, в этом доме, блядь, сейчас доход заминирован, блядь. Мы в него зайдем, блядь, а куда-нибудь там... Подорвется, нахуй. Сейчас Blackstone сейчас будет тупо контент мне делать, шо. Да конечно, пидорас, блядь, сволочь. Все, бля. Тихо. Здесь? Сдаемся, руки за голову. Вон машина, вон машина. Вижу. Бля, наша что ли? Это наша, новая. Ля, сука, для деда тупо. Так, тихо, прикрывай, да, нахуй. Ля, какая, ля, иди прикрывай, ля, нахуй. Только она что-то... А, нормально. Мне почему-то кажется, она заминирована. Мне тоже так кажется.
А как проверить, слышь? Он не мог просто разлить и ее дать. Поехали, не перебьем. Я ее все равно... Мы ее не перебьем, ты понимаешь, мусоров нет. А, так. Стоп, бля, а вдруг она взорвется? Я сейчас разгонюсь, она взорвется. Что делать? Возможно. Хрена, что делать? Какой-то странный выхлоп у нее, ты слышишь? Да, 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 мне звук не нравится. Вот ты слышишь? А вдруг она взорвется сейчас? Что делать? Я не знаю. Ну, сука, это... Блядь! Пидорас, блядь! Сука! Пошел нахуй, блядь! Хули вы ржете, блядь, все дауны! Пошел нахуй, блядь! А-а-а, сука, блядь! Пидор, блядь! Пидорас, блядь! Какая ты мразь, блядь, все-таки, а? Этот Блэкстоун? Какая же мразь все-таки, м? Я больше с тобой не буду никогда связываться. Ни разу, блядь. Никогда в жизни больше. Ни при каких условиях. За базаром не следил, пули в голову вошли. За базаром не следил, тело в озере.